1 декабря в администрации округа состоялся четвертый этап ежегодной областной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству. В финале приняли участие три команды из Домодедова, Одинцова и Пушкина. Наш муниципалитет представляли ученики лингвистической гимназии Руслан Музафаров, Григорий Таниян и Анастасия Борисова. Я принимал участие в олимпиаде по избирательному праву в прошлом году, стал победителем. А также в прошлом году стал призером Всероссийской олимпиады школьников по праву. Руслан Музафаров в олимпиаде участвует не первый год. Свои шансы на победу оценивает высоко. В целом занимаюсь правом, и в том числе олимпиадами по праву, даже 8 класса, поэтому, ну, можно сказать, с 8 класса интересуюсь избирательным правом. Для подготовки к финалу у ребят был ровно месяц. Помимо ежедневных школьных уроков, были и задания от куратора. Но все трудности преодолимы, если знаешь конечную цель. Самым трудным мне оказалась именно работа с аргументами противника. А подготавливался я, ну, как и все остальные участники олимпиады, вместе с нашими кураторами через специальное обучение. Тема избирательного права интересовала меня всегда. Еще в 2018 году я с упоением смотрела президентские гонки, которые были на выборах того года. И уже тогда я понимала, что я хочу каким-то образом связать с избирательным правом свою жизнь. Позади несколько этапов. Впереди заключительный и самый важный – дебаты. Последнее наставление куратора, и вот оно – столкновение сильнейших умов, по итогам которого будет названа команда, набравшая наивысший балл по решению компетентного жюри. Елена Краева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».